Смотрите в пятницу программу о животных «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». Вы увидите видеовизитки двум домашним собакам и одной кошке. Срочно ищем новых владельцев. Что такое каникросс и самая возрастная четвероногая участница забега на 5 километров. А также можно ли заниматься каникроссом с собаками из приюта. И гости в студии Ирина Фучаджи и Екатерина Гудкаева, специалисты по ездовому спорту и кинологическому туризму. Тема беседы – можно ли ставить в упряжку бродячих собак и что такое ездовой спорт? Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 15 ноября в 18:15.